Всем здравствуйте, вы находитесь на канале Горго Лайф, ну и с вами я, Горго Лайф. И сегодня снова наша любимая игра Аэрофлай 1. И сегодня мы полетим на другой аэродром, который находится вот здесь вот. Также залетим еще вот на этот аэродром, который находится в аэродром, где мы находимся. Что ж, полетели? Что ж, погнали рулить на нашу ВПП. Рулим на нашу ВПП. Наверное, поедем мы на середину полосы. А не он. Стоп. Куда поехать? В какую сторону? Давай подкалывай туда. Как понимать? Ладно, надеюсь, разработчики потом исправят все это дело. Ладно. Когда я буду выезжать на полосу, я с вами сижусь. Что ж, вот я выруливаю на нашу взлетно-посадочную полосу. Что ж, погнали назад. Один, два, три. Шлем захлопнув на ходу, мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту. Мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту. Вижу голубеющую даль, нарушать такую просто жаль. За что ты ее не видишь? Путь наш труден и далек, мой фантом несется на восток. Делаю я левый поворот, я теперь палач, а не пилот. Нагибаюсь на прицелов, и ракеты мчатся к цели. Впереди еще один заход. Что ж, вот мы произвели взлет. Сейчас будем производить конвейер. А именно просто сядем и сразу же взлетим. Вот, вот на ту посадочную полосу. Мы погнали снижаться. Сразу закрутки 30 градусов, потому что мы на большой скорости и на большой высоте. И заход здесь неудобный, потому что здесь вот такой холм находится. Вот. И здесь будет очень неудобно. Вот, потому что холм мешается. Что ж, вот мы произвели такой конвейер. И сейчас будем набирать высоту где-то примерно 7000 метров. Потому что это все-таки высокогорный аэродром и высокогорный полет. Повторюсь, мы летим вот сюда, вот в этот, на этот аэродром.
Вот. Ладно, летим. Сейчас начинаем набирать высоту. Кстати, напишите в комментариях, если вам нравится эта игра и сам по себе вот такой самолет. Кстати, повторюсь, мы летим на самолете с Cessna 172. Вот. Игра называется Aeroflight. Напишите в комментариях, нравится ли вам вот такой вот самолетик. Сам по себе мне он тоже очень нравится, потому что он легенький в управлении. Вот. Также, если получится, то, возможно, даже будет ролик, который будет длиться где-то час. Потому что прямой эфир я не смогу с этой игрой сделать. Мне будут говорить, почему. Вот. Вот. То, возможно, скоро будет ролик, который будет длиться час. Там... Я буду лететь из одного аэродрома в наш постоянный аэродром. Знаю, мы сегодня точно не уснем. А так очень красиво. До утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной? Что ж, еще 1000 метров набрать, и мы будем на высоте 7000 метров. Но накрывает тоска, я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, простите меня, а потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, простите. Что ж, еще 500 метров набирали, и мы на высоте 7000 метров. Это юность моя, это юность моя. Слышит музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор. Что ж, теперь самое то поговорить о статистике моего YouTube канала. Если сейчас посмотрите, тут целых 55% смотрят меня без подписки. Поэтому давайте это исправим, и вы опустите, те, кто не подписаны, опустятся вниз, красную кнопку подписаться сделают серой. Мне будет очень приятно, и будет больше мотивации делать для вас хороший контент. Ну что ж, а вы как видите, мы продолжаем полет. Давай, как в последний уже половину пути мы пролетели. И несмотря на то, что это игра на телефон, если это прямо вниз-вниз опуститься будет выглядеть чуть-чуть мыльно, то сверху это будет выглядеть очень красиво. Поэтому спасибо разработчикам этой игры. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя.
нас GPS-карта сейчас выпрямляет... не GPS-карта, а просто карта сейчас нас выпрямляет по курсу, потому что сначала он показал, потому что мы были очень далеко и отошли от курса. Вот. А так он сейчас нас выпрямляет под посадочную прямую. Нам всего лишь вот долететь до вот этого поворота и начать потихонечку, потихонечку, легонечку снижаться и находить полосу и садиться. Еще поворачиваем, чтобы подойти к нашему курсу. Что ж, вот мы выпрямились по курсу и летим дальше для нашего аэродрома. Что ж, вот уже видно и аэродром, и можно как можно скорее снижаться. Включаем автопилот и потихонечку с закрылки будем тогда снижаться. Будем даже снижаться вот таким виражом. Сделаем небольшой вираж со снижением. Так. Вот таким вот виражом мы сейчас выполняем снижение. Это не высший пилотаж, это простой легенький пилотаж, который помогает нам быстрее снизиться. Или находился примерно в каким-то интересным местом. Думаю, надо было закрыть по 20 градусов, потому что мы быстро снижаемся. И скорость у нас становится высокой. А ухода на второй круг вот на таких аэродромах делать я не умею. Точнее, делать очень сложно и опасно. Вот сразу закрутки 30 градусов и снижаемся. Под таким углом мы будем сейчас снижаться и садиться. Вот еще один плюс вот этой Cessna. То, что на ней можно очень быстро снижаться. А на больших Боингах надо делать это аккуратненько и плавненько. Сейчас будем производить посадочку. Что ж, сейчас будем выполнять касание. Выпрямляемся. Там, где вот находятся вот эти стрелки, садиться нельзя. Что ж, вот мы и сели. Что ж, вот мы и произвели посадку, сейчас будем рулить на место нашей стоянки
на данном аэродроме. Понадобилось нам всего-то чуть-чуть. Имею в виду чуть-чуть полосы. Потому что многие думают, вот такого самолета нужно там целая полоса, чтобы затормозить. Нет. Нужно просто хорошо уметь управлять самолетом. Что ж, вот я и заруливаю к моему месту стоянки. Что ж, вот я и зарулил на наше место стоянки. Что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Ну а с вами был я, Горгалаев. Всем пока-пока!